Друзья, здравствуйте! Недавно мы выпускали ролик о том, что завод «Теплодар» проходит большую модернизацию. Ролик об этом где-то здесь, там мы показывали, что установили в нашем сварочном цехе большую систему вентиляции. А сейчас мы находимся на территории литейного завода «Теплодар», где также проводится модернизация. Что мы сделали, буквально покажем сейчас в паре кадров, буквально бам! Мы бурили, варили, сверлили, армировали, бетонировали. В общем, делали все для того, чтобы установить новое устройство на наше чугунное производство. Это устройство называется вибростол с программным обеспечением. Я выучил это название, кстати, да. Раньше технология засыпки пеномоделей наших печей, вот в Апоке, на конкретном примере покажу, была следующей. Вот этот песок подавался в Апоку, где уже стоят пеномодели печей. Он подавался через шнек. Сейчас технология другая. Вот у нас стоит опока, а в опоку перемещаются кусты с пеномоделями. Эта опока перемещается вот сюда, на этот вибростол, и засыпается песком. И пока она засыпается песком, опока вибрирует. И за счет этого даже самые сложные пеномодели заполняются песком полностью. И уже после этого эта опока отсюда, пойдемте, уезжает вот сюда, где она заливается жаростойким хромистым чугуном. Благодаря этому качество нашей продукции будет выше, печи Былина и Верона будут еще лучше, повысится качество литья, наших печей будет из чугуна еще больше, а возможно будет и что-то новенькое. Увидимся, это Теплодар, пока!